Константиногу посетил чрезвычайный полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми. Вместе с представителями ООН господин посол побывал в местном центре творчества. Здесь завершили реализацию проекта Международной организации по миграции, поддержанной правительством Японии под названием «Содействие стабилизации громад на Донбассе». В его рамках были восстановлены полы в хореографических классах, проведен капитальный ремонт санузлов, приобретена компьютерная техника, мебель, костюмы. Основная цель проекта, стоимость которого превысила 1 миллион гривен – интеграция переселенцев в местную громаду. Сейчас центр посещают 1200 воспитанников. Они, а также их родители, отмечают существенное улучшение условий после ремонтных работ. Дети не должны быть важными, они должны быть нужными. И именно творчество нам позволяет быть нужными и помогать нашим детям. И нам всем становиться одной сильной, дружной семьей, одной громадой. Здесь все сейчас новое, все, что вы видите. Стены заново отштукатурены и покрашены. Подвесной потолок, освещение. У нас была большая проблема с освещением. И когда силами родительского комитета мы хотели все это сделать, узнали стоимость, неподъемная стоимость по освещению была. И главное, что нас радует, это правильный пол для ансамбля бального танца. А тебе что больше всего нравится? Пол. Почему? Потому что он скользкий, и мы с девочками можем покататься там, позаниматься там. По словам чрезвычайного и полномочного посла Японии, одной из ключевых проблем Украины остается коррупция. Реализация же данного проекта полностью исключала коррупционную составляющую. Настоящий проект является хорошим примером борьбы с коррупцией, потому что средства, которые Япония направляет на мероприятия, поступают непосредственно организациям, которые осуществляют эти мероприятия, без каких-либо посредников, без министерств и ведомств. Кроме того, господин Шигеки Суми проанонсировал выделение очередной суммы помощи Украине. Такі проекти виконуємо як допомога у відбудові шкіл, лікарень, мостів. Також через пару місяців ми плануємо підписати з українським урядом додаткове виділення 13 мільйонів американських доларів. Проект Международной организации по миграции при финансовой поддержке Японии предусматривает ремонт 21 объекта социальной инфраструктуры в 8 громадах Донецкой и Луганской областей.